Ну что ж, друзья, наконец-таки дождались. FIFA 17 официально вышла в России. Ну и не только в России. Время сейчас 7 утра. Через 2 часа мне в блядский универ. А я сижу и играю в FIFA. Поехали, Ultimate Team. Господи, как же я давно не играл в него. Конечно же, загрузим составы. И приступим уже к тому, чтобы... Ох, вот серьезно, я вот эту фифу я ждал очень долго после именно того, как я поиграл в демку. Так, тут, конечно же, прошло обучение. И этот, какого пак, да, начальных игроков. О! Тиаго и Лори из моего любимого Ливерпуля. И формы. Так, блять, обучение не надо, я столько лет фифу играю. Так, ну это мы все, конечно, в клуб. Все начинается. О, кстати, это Васкис, по-моему. Да, Виктор Васкис. Так, ты сюда. Ты сюда. И... О, Муто. Из Бундеслиги. Хорошо. Ну, короче, как-то так. Так, надо нам назвать свой клуб. Я думал, как я назову. И назову, пожалуй, вот так вот. Регал ФК, если кто не знает, регал с английского как королевский, поэтому неплохо будет. Королевский клуб. Так, все, назвали клуб, у меня там наборы какие-то есть. Целых 3. Охеренно просто. Ну это такая хрень, поскольку без аксесса и всякое такое. Да, жетон драфта, спасибо большое. Это у нас еще какой-то набор, мы его открыли, Хамес Родригес, спасибо, я его, конечно, вряд ли буду использовать, потому что мне он не особо нужен. И у нас еще тут какой-то набор бронзовых говнарей. Да, Валенсия, Йоко, что-то там, блять, куча казахов, японцев. Дюкуре, ебать, 98-го года. Сантос, Кокита, Эскоберо, так, ну, короче, все какие-то бичары. Вообще нафиг мне не нужное. Так. О, секретный вопрос. Естественно, я его ввел. И все, собственно говоря, давайте знакомиться с тем, что у меня вообще в составе есть. Как бы посмотрим, что мы тут можем передвинуть, что поставить. Нападение меня устраивает. Какой-то еще серебряный лох. А, Инглеза, я знаю Инглеза. Да, Роберто Инглеза. Пойдет, мне кажется, он даже может что-то сделать. Может даже сделать хорошо. Так, надо здесь поставить, короче, сейчас каких-нибудь... да хватит меня учить. Ну, короче, вот, что-то я тут поставил. Сейчас мы только распределим их по местам, как это нужно. Проблем ноль. Ну, все, как-то, короче, вот так будет выглядеть мой состав в начале этой фифы. А потом, что будет дальше, уже узнаем чуть дальше. Ну и на этом, я думаю, все-таки надо бы сегодня закончить, потому что я хотел сделать как вступительная серия, она мне кажется получилась, она получится коротенькой, но она получится главной, потому что я начал свой путь. На этом все, всем спасибо, увидимся в следующих сериях, где мы уже будем тащить, я уверен, все, всем пока.